Не понял. Это вкусно или невкусно, я не могу понять. Вкусно. Ну, горячо очень. Вкусно? Угу. Нет. Гуляш вкусно я сделал. Блядь, горячо? С картошечкой. Я тебя спросил, Леночка, милая, уже опять синяк. Вон синяк. На ляжке. Говорю, Леночка, продай. Горячо? Продай дорогую вещь мою. Как бы радует. Дорогую вещь мою продай. Я просил тебя, продай. Кого? На солнечный, мою дорогую вещь. Хочу не продавать? А? Нет, я тебя просил. У меня два комплекта уже продал. Осталось два комплекта. Нет, это хуйня. Хочу не продавать? Нет. Уши осла ты можешь продать? Ушки осла. Какие? Ушки. Какие ушки? У ослика есть ушки. Ты можешь продать? Нет. Да солнечный. Нет. Они, блядь, бомжи, у них же денег нет. У меня есть от ослика ушки. Да, ушки. Да, ты можешь продать ушки? Нет, никогда в день. У ослиные уши не можешь продать. Ушки твои ушки. У ослика есть. Ты можешь? Я не буду. Ты можешь продать ослиные уши? Кого не надо? Кто купит ослиные уши? Я нюхаю. Это... Ты мясо кушай. Ослик. Блядь, я оставляю это. Ты знаешь, что такое ослик? У него есть уши ослика. Ты можешь эти уши продать? Ослиные уши. Вот надо продать. Кто хочет купить ослиные уши, пророк. Звонить. Не могу. От смеха не могу. Пойду полежу.